Сегодня в Белгороде в Южном сквере открыли памятник императрице Екатерине Великой. Бюст появился в честь 70-летия со дня образования прокуратуры Белгородской области. В торжественной церемонии принял участие губернатор. Конечно, вот эта забота о сохранении памяти в очень непростой период времени, который мы сейчас все проживаем, мне кажется, очень правильная и стратегическая задача, которая для каждого из нас, чтобы в сложные годы всегда думать о будущем. А будущее — это наши дети, чтобы они знали свое великое прошлое великой страны. В 2021-м, к 300-летию прокуратуры России, в сквере установили скульптуру Петра I. Так что сегодняшнее событие – это продолжение работы по сохранению памяти об исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие ведомства. Кто, как не мы, должны сохранить историю для новых поколений? Эта работа продолжается. Мы планируем привнести в облик парка новые тематические идеи. Добавим, на церемонии присягу приняли два молодых сотрудника. Освящая себя служению закона, торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего отступления от них.